Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Подмосковье, в городе Домодедово, в круге втором Мелбет первой лиги сезона 2022-2023. Глушков, тот обычно выступает на позиции в атаке, в роли одного из форвардов. У нас вот такой удар, пожалуйста! Первый момент и нацеленность максимальную на ворота. Штрафной удар. Киртанов, подача. Вот и первый удар по воротам Дмитрия Терновского. Ну, не так уж и далеко. Под возможную скидку. Дибергаджиев, подача. Кстати, неплохо. Есть даже скидка далее в вратарскую. Как там с ударом? Падение точно было. Подача Дибергаджиева. Скидка. Вот Кагермазова. Но не хватило навыков игры в атаке Дмитрия Терновского. Но в целом, наверное, самое опасное, что было, это удар Гаджиева. А вот и перехват, вот и ошибка серьезная. Вот и удар, и это 1-0! Ражаб Магомедов! Накрыл, обогрел, отобрал. И с острого угла воткнул под перекладину. Важнейший гол для Динамо. Фигура незаменимая. По тем, кто на поле появился, пробежимся, но позже, поскольку пытаются пробежаться в контратаку махачкалинцы. Оригинально. Это на выход из штрафной. Подбирает мяч не кто-нибудь, а Евгений Макеев. Бадоев. Неплохо! Удар! 1-1! Ираклий Логуа! Будет ли гол засчитан? Не будет. 1-0. Счет остается прежним в пользу гостей. Это положение вне игры. Посмотрите сейчас, да? Головой повертел. Мягенько, аккуратно, за спину. Одно касание. Что бы это значило? Узнаем сейчас. Атабаев, удар! Косаревский. В чемпионате в 10-м туре. Не где-нибудь, а в Набережных Челнах. И вот она, еще одна победа гостевая. Первая победа в последних трех матчах. Уже четырех, получается, вернее. Первый гол за последние четыре матча. Гол Ражаба Магомедова.